Самая послушная собака. Тузик, сюда иди. Сюда иди, сказал. Вот так вот. Все, стоять. Стоять что? Здесь. Обратно, домой. Давай обратно пошел. Давай, домой. Где ты там? Домой. Пошел обратно. Все, вот так вот. Вообще прикольно. Еще ходит, смотри, да, как этот. Так, Тузик. Как конь. Слышь, ну-ка сюда иди. Там хозяин сидит. Хозяин тоже его зовет. Он не знает, что делать, разрывается. Да, разрывается. Хозяин зовет, и вроде да, гостя зовут. Тузик. Тузик. Сюда иди. Нет, он там есть принесли. А, еду принесли. Ну все, все тогда. Все, больше не заманишь. Интересно, что он так несколько раз ему говоришь, сюда иди, он такой тык-тык-тык-тык-тык. Все, пошел отсюда, тык-тык-тык-тык-тык, сюда иди, тык-тык-тык-тык, пошел отсюда, тык-тык-тык-тык. Сюда-сюда. Притом любой язык понимает, по-моему. Но еду принесли, так что все, команды все перестали действовать, да, все команды отменяются. Тузик, камон. Тузик, да. Да, прикольно. Такие вот дела. Находимся, друзья, на острове Гоза. Тут такая кафешечка на улицу. Вот здесь у нас океаны и море. Точнее, океаны, говорю, море. Тут недалеко. Такое местечко, уже ночь практически. Ну как, такой полной ночи нету, но вечер с ночью, скажем так. Вот, так, давайте раз. Душ такая, как говорится... Канитель, покажу вам, что тут почем у нас в этой кафешке. Это, кстати, кафешка, которую мы сейчас нашли, она относительно... Тут написано, что самое дешевое на этом месте, в этом месте. Где написано? На меню. А, прямо на меню написано? Да. Серьезно? Да, best prices написано, да? В этом месте. Ага. Вот начали вышли. All the best prices. Ага, это да, best да. prices написано. Да, 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 да. Ну, здесь, потому что дорогой этот район. Это ну, как район, набережная это. В общем, такие здесь цены. Вот chicken curry. Что такое chicken curry? Ну, это вот такие завертыши, которые... А, как шаурма, типа, как да? Как дурум вот это. Как дурум. Круглиша. Да, 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 3,70. Это он... В хлебе 3,70. 3,70 стоит чикен. Это с вот, курицей, куриной. Вот, допустим, раз. Есть какой-то меню... Вот салат, допустим, миксит салат, меню, стоит смотри, 5,50. С картинками. А, вот, вот, вот это более подробно, более понятнее хотя бы. Так, вот такое вот меню стоит 6,20. С бургером. Да, такое меню 6,5,80 стоит. Вот, 7 евро. Это все у нас курица, да? Правильно? Угу. Чипс. Чипс это у них вообще картошка, значит. Вот это гриль, да, картошка фри, вот это, которая называется. Не фри, а как она называется? Картошка фри, да? Да, картошка фри. Почему ее так, кстати, называют? Свободная картошка, что ли? Картошка фри. Картошка. Свободная картошка. Да? Свободная от кожуры. Да. Вот такие вот цены здесь. Так, сейчас посмотрим. Пицца стоит где-то 5 евро. А, здесь еще пицца есть? Да, и пицца вот здесь. Вот а, пицца. Вот точно, пиццы. Так, 4,30, 5,30, 5,50, 5,80. Да, такие вот. Это, друзья, как вы поняли, это низкие здесь цены. Вот в том месте, если на набережную вон там выйти, стоит все, ну не в два раза, но в полтора раза точно дороже все стоит. И еще дороже, в два раза даже, можно сказать, дороже стоит чисто рыбная еда. Рыбу, да? То есть в этом стиле там разные эти. По 20 евро, да, меню стоит. То есть одно из самых дешевых мест, можно сказать, на этом ГОЗе. Но это примерно такие общие цены. Вот, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Называется это место Кул. Вроде бы. Кул. Правильно? Кул? Так и называется. Да. Да. Смотрите Анзор ТВ. Продолжение скоро будет, покажу, вкусно или невкусно, что здесь будут давать.